обыкновенные круговые спицы, и можно вязать маленькие изделия. Меня так научила вязать Людмила. Она мне показала. Ой, чтобы вам видно было, сейчас покажу. Вот. Круговое вязание. Варежки на них можно так вязать. Так. Спицы не мешают. Удобно очень. Всего на двух спицах. Детские варежки, носочки теперь вяжу на этих спицах с тросиком. Вот так вот. Очень удобно, не цепляет ничего. Так. Вот. Ну, я вам потихоньку показываю, медленно. А в процессе быстро все получается. Наверное, понятно, видно. Все платьишко связала на этих спицах. Ниточка тянется, блин, неудобно. Вот такое платьишко получается для внучечки. Ну вот сейчас мне цвет надо менять. Всего доброго. Смотрите, учитесь. Вот. Вот так вот. Не мешает ничего.